Доброго ФПС и бандиты, с вами снова я, Шиз, продолжаем катку Fallout 4. Институт! Сына может еще затереть, сынок? Sean, да, ты про ребенка? Потрясающий проект, честное слово. Конечно, не все так ладно. Сынок, зачем ты сделал его похожим на тебя? An interesting variation. A new angle, if you will. Modeling it after myself seemed only natural, what, with the Institute's records and my genetics and physiology. I'll make sure it's brought back online in the near future. Mm-hmm. You'll have an opportunity to interact with him further. Да я не думаю, что это хорошая мысль. I'll admit, I'm curious. As a parent looking for a child, looking for the younger version of me, what do you think? Do you think you could love him like you would a real boy? Мне не нужен синт, у меня есть ты, сынок. I don't need a synth. I found the real Sean. Yes, but not the Sean you were looking for. In some ways, the synth is far closer to what you expected. I wouldn't claim to know everything you're feeling, but if in some small way the boy's presence can help, I hope you'll keep an open mind. Ну, сынок, не знаю. Дай мне дорогу туда. Пойду погуляю по вашему институту. Опа, чистый глобус. Блин, у них тут все такое чистое. Радиации нет. Можно в микрофон поговорить. Вон, всякие штуки, какие-то терминалы специальные. У них технологии даже еще покруче, чем убежище в Ския. Можно все брать. Ничего не считается воровством. Классное место. Видимо, у них все-таки... О, терминал легкий. Давайте почитаем. Дом. Nice. Конечно же, дом. Келлок, Конрад, увеличение продолжительности жизни. Вот это я уже больше понимаю. Когда приходит Келлок, люди сразу начинают нервничать. Сначала мне казалось, что их пугает его самоуверенный и кричливый тон, или просто сама его персона. Ведь Келлок, как ни крути, убийца. Но чем больше я наблюдал за их реакцией, за этими взглядами искоса, тем яснее становилось, что их терзает другое чувство, о котором не следовало явно догадаться. Зависть. Келлок – живой памятник забытой программе. Он технически усовершенствованный человек, по сути, киборг. И нельзя отрицать, что его способности и впрямь превосходят способности обычных людей. Но здешним ученым, на самом деле, наплевать на его обостренные рефлексы и повышенную боеспособность. Нет, причина их зависти куда примитивнее и практичнее. Не зовет его повышенной продолжительности жизни. Сколько протянет Келлок, если ему суждено умереть своей смертью, пусть это крайне маловероятно. Трудно сказать. Ему уже 100 с чем-то, то есть он определенно старше всех прочих жителей Содружества. У него полностью перестроена вся физиология, может он доживет до 150 или даже до 200. Впрочем, пусть эти мелочные люди сгорают от зависти. Келлок – ходячий свидетельство технологического превосходства института, и мне приятно осознавать, что этот факт его, должно быть, безмерно раздражает. Понятно. Отчеты о состоянии. Бионаука, робототехника, проект по созданию детей синтов проходит, ёб твою мать. Бюро робоконтроля, директор Циммер, саундтреки, видимо, пишет. Служебный отдел, мощность на максимум. Личные записи. А ее может только подтвердить появление убежища 111 позже Diamond City. Не могу сказать, что это означает, мы когда-нибудь встретимся. Неужели все было напрасно? Нет, не напрасно. Я знаю много ценного о себе, о своем прошлом. Нельзя позволить эмоциям вставать на пути. Буду постоянно наблюдать и записывать. Это кто? Терминал директора 1А, этот Шон? Мне сообщили, что Келлок не выходит на связь. Что интересно, мне вспоминается доктор Уокер. Он возлагал такие надежды на Келлога, так верил в имплантанты и их назначение для будущего. До сих пор жаль, что пришлось закрыть этот проект, но я слишком хорошо себе представляю, к чему он мог привести. Уокер никогда не скромничал в своих целях, и слишком многие начали к нему прислушиваться. В результате, как мне показалось, отсюда обязан сохранить человечество, а не какое-то слияние вот биологии. Да, я вот тоже. Директорский доступ, отключение синтов. Нет. Отключать синтов мы сейчас не будем. Мы бы могли целая камера. Я не могу понять. Просто картинка маяка. Раздвижные двери. Кто-то ходит. Слышимость здесь, конечно, четкая. Так, вроде все находятся снизу. Кстати, знаете что? I've lost my... Давайте немножко. Чуточку самую маленькую добавим. Да? Что-нибудь, что-нибудь тут играло. Honor to have you here, sir. Hey there. I wouldn't be here if not for your son.
Если бы не ваш сын, меня бы здесь не было. Понятно, мне ниже, господин Синт. Блин, я такой... Ну, я хотя бы тоже уважаю. Синт поломался. Здрасте, Элли! Да, я здесь. Угу. Я понял. You've been through so much. I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? Сын. Желание найти и защитить своего сына. I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Ну, это еще сомнительно. And then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. Mm-hmm. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on... Сынок, да? Что я с вами... Я пока что ни с кем. I'm not on board with anything. No? And yet here you are, poking around. One might find that suspicious. Да мне похуй, что ты думаешь. Да если бы я хотел вычистить тебя, блять, и твою ебучую улыбку, я бы это уже сделал. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. Сойдет. Goodbye, then. I can't argue with that. Хочешь узнать, откуда... Хочешь узнать, почему я использую нож? Пистолет слишком быстро, блядь. Не успеваешь насладиться всем процессом. Ты знаешь, в последние минуты жизни человека он открывает свою сущность и натуру. Так что, грубо говоря, я могу узнать лучше весь твой институт, чем ты. Хочешь, я узнаю, кто из них трус? Так. Синт, ученый. Я вообще-то в шоке, блядь, на самом деле, вот от этого. Они добились такого, блядь. Это невероятно. Институт отдел высших систем. Че, заскочим туда, посмотрим, что они там делают на высших системах. Фу, до сих пор в шоке на самом деле. Здорово. Че вы там, проверяете лазерные винтовки? Институтский пистолет, ядерная батарея. Институтский пистолет, ядерная батарея. Кажется, вам... А ну-ка. Ха-ха. Стреляй. Жаль. Продуктивно получилось? Просто в стену постреляла? Как угодно. У вас мало винтовки, дамажит. Здорово. Пять чертежей. Да ну, не надо вишню лапшу на уши. Ненормально. В тебе что, 4 Цезаря? Понятно, 3. Раздвижные двери. Разыскать доктора Ли. Я, пожалуй, просто в терминальчик загляну. Открыть журналы доступа, доступ локальный, поиск, доступ локальный, ребенок Синт, обновление данных, отчетов Синт, обновление правил, причина разрешения ношения оружия, когда собираю контроль, обеспечение безопасности, внешний доступ к сети, разными административными. Это чистый анклав, то есть, ну не то, что не прям анклав, это анклав ученых какой-то имеется в виду. Они, эти ребята могут, блять, в пустошах в принципе такое не может никто. Уничтожить их, это значит уничтожить просто все. Ну, то есть, весь прогресс, вот это прогресс. Вот это то, чем я могу уничтожить прогресс прямо сейчас, ну. Сделаем вещи интересней.
Что? Серьезно? Ты думаешь, что я, блядь, не смогу по-тихому, блядь, почитать этот терминал? Локальными данными, примечание врага третья фаза, примечание администрации, удалено, упа, директор, примечание удалено, ништяк. Что-то кто-то все-таки скрывает, состояние проекта. Прототип синта. Давали новая кожа, с указаниями, решены проблемы управления приводами, установлена последняя личностная матрица отдела робототехники. Лазерное оружие. Механизмы фокусировки обновлены в соответствии с указаниями R. Orman, изменение частот в соответствии с указаниями, изготовлен новый корпус. Разные проекты. Орман работает над локализацией фокусировки ретранслятора. Все остальные прототипы и теоретические модели отложены из-за третьей фазы. И третья фаза. Корпус становится отстреливание или муфты выхлопа заменены. Уточненные расчеты удержания магнитным полем. Что это такое? Что такое третья фаза? Корпус обновлен в соответствии с требованием МЛИ. Корпус есть. Муфты выхлопа заменены. Поезд какой-то. Так. Мэдисон. Excuse me, Dr. Lee. Oh, it's you. You're not authorized to be here. Да ты че? Мне никто не сказал, что требуется разрешение. I wasn't aware that I needed authorization. Father may have given you the keys to the castle, but this Сынок. Is still my laboratory. If you plan to stay down here with us, you need to learn how things work. Ладно, я зайду попозже. Fine, I'll come back later. So you can interrupt me twice? No thanks. You're obviously here for a reason, and you've already spoiled my experiment. Да пошла ты нахуй! Братство Стали поручило мне найти вас, можно так сказать, и все. Но хочу ли я помогать Братству Стали? Вот сейчас принимается самое важное решение всей серии Fallout, которая была до сих пор. Заволейбала. Братство Стали. Я рыцарь. Тут мой сын. Сыну 60. Что делать? У меня нет какой-то особой причины пока. A Brotherhood of Steel airship arrives in the Commonwealth. You find a way to intercept our teleport signal, and now you show up at my door. Совпадение. A matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Я не собираюсь вас убивать. Нет, я просто хочу поговорить с вами. No, I just want to talk. Fine. Ладно. Since father trusts you, I'm going to give you the benefit of the doubt. Давай-ка лучше. Расскажи-ка, в чем прикол с братством, а? Say what you came here to say and then leave me alone. Вы здесь счастливы? Начнем с простого. По-моему, лучше. Ну, я вообще не смущаюсь, мы мамой. То есть здесь все-таки высший ум. Проблема в том, что нет транспаренции. I don't think we get the full story on everything that occurs down here. Mm-hmm. What does that have to do with why we're talking? Вам следует вернуть. Тут можно все сказать про братство. Давай я скажу просто, доктору братству нужна ваша помощь, да? И посмотрим, что она на это ответит. The Brotherhood needs your help, doctor. Needs my help? Why? They seem to have everything under control when I left. Вы бросили какие-нибудь проекты, которые хотели закончить? You should know better than to ask me that. If they didn't tell you what I was working on, they didn't want you to know. I'm certainly not going to put my neck on the line and spread their dirty little secrets. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? Я не хочу, чтобы она возвращалась. Или хочу. Я до сих пор не знаю, блядь. Но Максон не тот человек, под которым хочется ходить. Отъебись. Сдаюсь, как мне вас убедить? Alright, I'll play your game. I had a colleague down here. A doctor Virgil. Several months ago there was an accident in his lab, and he was killed. I wanted to help with the investigation, but father had the laboratory sealed, saying that it was contaminated. The incident never sat right with me.
The more I asked about it, the more I felt like Father was deflecting my questions. Mm-hmm. If you bring me solid information on what killed him, I'll take it as a favor from the Brotherhood and consider your offer. Do we have a deal? Нет. А, да, кстати, я знаю про Вирджила. И он меня еще просил. Блять, и при всем при этом что-то с Вирджилом. Нам мы договорились? Нет. Then we have nothing more to say to each other. Будь здорово. Now, please get out of my way. I have a lot of work to do. Да, собственно. For the sake of keeping up appearances, let me see that pit boy of yours. I've been told to install a coarser chip in it for you. Father's orders. О, давай, я смогу тпшиться. Ништяк. Ability to relay in and out of the institute. Класс. At will. Четко. А, чип охотника, думаю, это мне пригодится. Спасибо, думаю, он мне пригодится. I'm sure that'll come in handy. Given that the relay is the only way to access the institute, handy is something of an understatement. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. Ну, естественно, потому что... It should кумовство, блядь. Speaking of, I trust our discussion will remain between the two of us. Now, I need to get back to work, and I'm sure you have other things to do. Да нет, ты знаешь, я не думаю, что этот разговор останется между нами, раз ты так сильно позволяешь. Я могу позволить сказать своему сыну все, что хочешь. Бля, ты говоришь, что ты не против уйти из института в Братство Стали. Мне. И говоришь, это все по секрету, не говори своему сыну. Да пошла-ка ты нахуй. Незаменимых людей нет. Отец. Отец и сын. Вот что важно. А я отец. Ладно, пойдем дальше, познакомимся с нормальными ребятами. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Excuse me. Well, you can tell him that I intend to speak to. Ну, короче, если ему нельзя. О, блядь, штурмовик. Лорд Сид, штурмовик. Пойдем. Перезнакомимся всеми. Я все ближе к своему сыну, если что. Я не вернусь в братство, скорее всего. Блядь, как здесь приятно. Вы слишком много говорите. Заткни ебало. Здрасте. Да. Понял. Давай кулачок. Да мне попало. Почему вы мне не доверяете? Я же милый парень. The first outsider to be allowed access mm-hmm. to the institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this. Я, по сути, по всему ваш новый келок. Причем я, в отличие от него, бессмертен. Без всяких чипов и имплантантов. Father has asked that I provide you with a brief overview of the synth retention. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the... А я, кстати, видел одного. А почему синты хотят от вас сбежать? Вы сами не знаете. A third generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration and tracking. In a word, our coursers are relentless. But I gather you know all this. Да-да. In fact, очень мощные охотники. Без наркотики не справятся. Не хочу вас огорчать, блядь, но ваш охотник оказался не так уж и крут. I hate to break it to you, but your courser wasn't all that tough. Then it's likely the unit was defective. А-а-а. It's rare, but faults can occur. Понимаю. Наверное, в основном-то они же мощные. We'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. Now, unless you need something else, I'll get back to work. Да ладно, я могу тебе помочь. Вы обнаружили, что охотники проходят обучение. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Походу, мой любимый отдел будет. Tell me more about it. The SRB constantly monitors our Gen 3 synth population. Looking for specific traits. Those who show tenacity, fearlessness, and independence undergo a rigorous training regimen. We teach them armed and unarmed combat, investigative techniques, psychology, and mechanical skills. Those who pass a final evaluation become coursers.
The rest have their memories wiped and returned to their former duties. Ну, у вас тут прям этот... Все, ты, мой разговор не окончен. Джастин пока сойдет. Можно с тебя подробно процесс возвращения? Как он? Fine. Once a Courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. Mm-hmm. Then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often we're unable to repair the damage and are forced to dispose. Утилизировать к хуям. Логично. Это, в принципе, все, но там еще что-то было. Я у тебя спизданул тут, да? У тебя, по-моему, аптечку кто-то обчистил. Я быстренько Steam выключил, чтобы она мне мешала. Ядерная батарея, 90%. Да, мне повезет. Можно прямо у нее пистолет из рук выхватить, кстати. Но он мне не нужен, вот в чем дело. Здрасте. Вас обнаружили. We need to be able to collaborate with the other divisions, and that's a lot harder when they're always angry at us. Если уметь ладить с людьми, то очень сложно. Если не уметь ладить с людьми. Сложно чего-то от них добиться. Yeah. Even worse, we got a lot of smart guys with fragile egos. Anyway, we'll figure it out. It was good to meet you. И вам тоже не болеть. Ладно, с этим закончили. А что снизу? Мне интересно, что там за камера была. Тут даже музыка научная какая-то играет. Терминал, бюро робоконтроля. Управление инвентарем. Каким инвентарем? Понял. Журнал доступа. Ну и все работники, видимо. Здорово. У них действительно все здорово устроено. Эх, сынок. Личность подтверждена. А, понял. У меня, видимо, карт-бланш. Тут мы ехали, вон, где-то недалеко, по-моему. Да. Что такое? Excuse me. All this must be a little overwhelming for you. Да ладно. Вообще не напрягаюсь. Только недавно с поверхности. Нихуя себе, у вас это обоняние развитое. А, институт, отдел бионаук. Ну и последнее. Last but not least. Bioscience. Слушайте, единственное место, где трава зеленая, по аппликатору. Давайте оставим в травке. Потом на обратном пути унесем. Опа, молодой какой. Здорово! Давай! Серьезно? Мне тоже не терпится! In that case, let me give you a brief overview of what we do here. Давай, давай. As the name implies, the bioscience division specializes in fields of study such as botany, genetics, and medicine. Mm-hmm. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the institute. Good job, Clayton. We cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. Нифига себе, клонирование. They're really just a pet project at this point. But the potential is exciting, nonetheless. Я не видел горилл. Гориллы тоже синты? Gorillas are synths too. They are indeed. Judging by your reaction, we've done a good job. Но я еще не видел горилл. The initiative is still in its early stages, but the prospects are very exciting. Да не наваливай. I'm sure I've taken up enough of your time as it is, but I have to ask: have you decided whether you'll join us? Mm. Я, пожалуй, попробую. I'm not sure how well I'll fit in, but I'd like to give it a try. Great. I was hoping you'd say that. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. Встретиться с вами, использовать циклографическую запись с вирусом. Но я не хочу. Вы упоминали медицинскую помощь, она мне может периодически потребоваться. Medical care. I might need that from time to time. In that case, you'll want to introduce yourself to Dr. Dean Volkert. Mm-hmm. He's our top biologist and also serves as the institute's resident physician. А он крышки не берет за свои услуги? Just pay him a visit whenever you need to. Я понял. Find better medical care anywhere else in the Commonwealth.
I'll promise you that. Ну, я обратил внимание на ваши технологии. Вашу про помощь спрашивать пока не буду. А что, мне действительно надо это сделать, вылазка? Воспользоваться, вставить графическую запись терминала института изнутри, поговорить с доктором Ли из отдела агентурной работы. Все еще, прикинь. Нету квеста, чтобы не делать этого. Самое печальное, да? Самое печальное во всей ситуации, что если даже я не захочу этого делать, я все еще должен. Надо сначала пойти поговорить с отцом. Или, блядь, сделать дело уже. Просто убедить доктора Ли и воспользоваться голографической записью. Записью с вирусом, по-моему, это плохая мысль, если я хочу топить за институт. Согласны? Давайте проверим новую пищевую добавку. Да ладно, здорово. Я понял. Вы не обижайтесь. После всего, что было, температура не помешает. Я тоже так думаю. Приходите, не стесняйтесь. Хорошо, ладно. Я так понимаю, пока мы не вставим, ничего не будет. Воспользоваться... А как им воспользоваться, простите? Воспользоваться графической записью с вирусом. Где он? В разном? Голографическая запись с вирусом. Голозапись с вирусом, вирусом... Это интересно. Сейчас. Нашел я вирус. Обнаруженная внутренняя сеть. Воспроизвести, осмотреть. И что? Ну вот он, вирус. Обнаружена внутренняя сеть. Я воспользовался вирусом. Дальше что? Инфо. Ладно, в любой терминал тогда пойдем ставим. Тихим ходом. Я просто реально не вижу, ну, дальнейших развитий. Здесь сделано на всякий случай сейв, чтобы не проебать, да? То мало ли. Report, нечего, да? Ну ладно. Я когда ваш этот самый вставлю в свой любимый отдел. Добрый. Вот сюда. Так. Цель загрузить его запись, вирус. Запустить сканирование сети. Выполнено, да? Соединение установлено, соединение загружено. Завершено. Можно отдать проктору Ингрэм. Ух, XP я и налутал. Ой, что, я ничего не делал, да? Так и есть. Вирус предмет взят. Значит, задержание. Поговорить с отцом. Ну, пойдем затрем. Видите, пока я не загрузил, теперь вы можете быстро перемещаться в институт. We've had another situation. A code red. We think there was a system glitch. We're looking into it. Right away, sir. Yes, sir. Understood. Они все-таки запалили меня с моим вирусом, но это было необходимо. Очень жаль, что нет такого варианта, знаете, как типа... типа, сынок, мне тут сказали это... Как бы... Вирусом загрузить. Вот тебе эта кассета, я ничего делать не буду. Блять, я еще обещал, кстати, вылазка. Это понятно. Доктор Ли, агентурная работа, Дьякон. Я обещал перед тем, как уйти. Нет, правда, этого квеста. Мне нужен кабинет этого парня. Слышь, сынок, ты куда делся? Наверх пошел к себе. А я тебя ищу. Now that you've had a chance to see the institute firsthand, what do you think? Сначала все можно, как не убраться на поверхность. Удивительные технологии никому не на поверхность было бы не пришлось. Такое возможно просто потрясающе. Да, пожалуй. You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Ну конечно. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto. Mankind. Redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can...
Я обратил внимание, что они сбегают от вас. Но есть только они опасны. Если с ним было разумно создать, они имеют право на свободу воли. Разумеется, так я не отвечу. Но если они настолько опасны, спешите их уйти или разработайте новых получше. Вот именно. Угу. Ну, от самого просто. We are constantly working to correct any flaws that might arise. As you will soon see, we're also more than capable of reclaiming any synths that become a danger to the surface. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased. Нихуя себе. His identity altered. Серьезный синт. Believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the Raiders have taken. Ебать дикий. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that sin. Давай сделаю это сам. А если он не захочет подчиниться, мне кажется, будет проще вывести его из строя. It might not want to talk. It would be safer just to kill it. That would be a terrible waste of a valuable resource. Что if at all possible, that sin should be returned alive. Я не думаю, что вы не сможете после ран ножа затянуть. Блять, ну а как я по-твоему... Шон, что за хуйня? Как по-твоему я должен это сделать? Что за шуточки? Ладно, в братство мне уже путь закрыт. Терминал, но это все не важно. Так, можно... отсюда можно зафастрировать? Вот и институт, собственно. Так, верфь на... Опа, тут надо встретиться с охотником. Сейчас, ребят, секунду, я пойду водички возьму, буквально смочить глот. Так, ладно, попил. С консервного завода там по перешейку пробежимся по-быстрому. Прежде чем спиртное взлет и убийство врага в ВАЦ поможет восстановить запасочку в действии, даже заполнить индикатор критической атаки. Да, помню, смерть на взлете была реально элитной. Ёб твою. Данс! Старина, откуда ты знаешь, что я здесь окажусь? Не-не, я это... Бля, Данс же, наверное, меня обидится, что я перестану топить за братство стали. Правильно я говорю? Темные очки патрульного, шляпа серебряного плаща. Ладно, Данс, старик. Hey. Ты у тебя есть что-нибудь? Внутри у тебя что-нибудь есть? Ничего. А, собственно, пусть все так и остается пока, да? Пойдем. Нам через перешейк, а мне там надо встретиться... Ебать! А Дансу-то пиздец! Слышь, Данс, давай вот как мы с тобой поступим. Сейчас я и ты... Идем в санкчуари, да? Я это идем в санкчуари. Я перед тобой чиню броню. Ты мне говоришь, ох, ебать, колотить, как ты умеешь, здорово. Мы с тобой говорим, ты даешь мне квест, мы выполняем твой квест. Я тебе говорю, иди, потому что я не хочу, чтобы ты видел. Данс разочаруется сильно, скорее всего, блин. Оружейный верстак, мастерская. Так, ладно, вот оно, мое произведение искусства, моя основная. Моя невероятная есть. А, ей, кстати, нужен ремонт. Вот здесь нужен небольшой ремонт. Если я починю, Дансу будет по кайфу, что я ее чиню? Нет, Дансу будет похуй. Туловище. Шает силу при всех. Нет, сила это не наш вариант. Давай-ка X01. Обшивку. На свинц... А, у меня она уже есть свинцовая. Данс в восторге, я просто переключил. Данс уже там... Встала? Окей, ты здесь где-то? Фрукты рвешь. Am I right? I think you are right, fucking Ireland. Йоу, собака, поехали. Я в седло сяду. Данс, видимо, пока не в кайф. Ладно, Данс, слышь? Hey. Я хочу что, сказать тебе, что нам пора это... Paladin Dance. What's the matter? Нам пора разделиться, Данс. Тебе пора уйти. We should go our separate ways. Affirmative. Ad Victor. Ad Victorium. Давай в Sanctuary. Тут и затуси, да? Ага. Направляется. Он уже здесь. Так, теперь дальше по перешейку пойдем сами. Данс, конечно, хороший напарник. Я сделал для него пару вещей, но... Пускай лучше поживет в Санчури, правда. Не его это. Это не его война. Да, Данс... С Данса даже как-то обидно, но сын есть сын. Может, ты и брат не Данс, но у меня есть сын.
По патронам, в принципе, еще нормально. Туман такой сильный. Да, нам сюда. На перешейке явно будет какая-то группировка ублюдков, которая скажет: «А-а-а, хочешь пройти? Давай, плати!» Быстро выдыхаюсь. Там еще и охотник. Странно, если я могу так телепортироваться, что я не могу просто на карте тыкнуть, куда захочу, и телепортироваться туда при этом? Нужно обязательно разведать локацию. Да и похуй. Легендарный штурматрон-захватчик. Ебаный штурматрон. Я его даже не вижу. Но я его чувствую. А штурматрон — это вообще зло. Блять, стелс тоже, конечно, не вариант. Но его близко подпускать. Ебать! Но не надо, не надо, не надо. Он разогревается! Мне пизда. Прощайте, друзья. Был по-настоящему весело. Не надо, не выжигай меня! Нет! Я живой, я живой. Я справился. Я уже... Вы слышали? Пидорас! С того света меня достал, гнида. Так. Нате, сука. Даже... Эту снайперку нужно избавиться от нее. Она даже не дамажит его. Так, а теперь... Блять, он уже прогревается снова. Иди нахуй, пожалуйста! Как дядя Сэм разговаривается с коммуняками? Мистер Храбрец, сейчас вы узнаете, блядь, как автомат влияет на ваши микросхемы. Кстати, да, братство Стали-то. Леденящий 40... Вот! Вот какой ствол мне был нужен вместо Келлоговского. 10% урона холода. Ядерная батарея, схема, ядерный материал, алюминий, предохранитель, все. Ебать, это ты устроил, чтобы туда спрятаться? Вода, фу-фу-фу. Кажется, по грязючке иду. Так, мистер Храбец, у вас там явно была военная электросхема. Нет, вакуумная лампа, у него ядерная батарея. Надо еще винтовку Гаусса где-нибудь припиздить. Она вроде нормально дамажит. Рыцарь братства. Пока еще дружественный. Надо с собой трубу теперь носить, чтобы сбивать пташек. Здорово, вы что здесь делаете? У них тут высадка была конкретная. Ебать. Братство тоже владеет технологиями квантового скачка. Искусство? Кто такое искусство? Уи, слышите? Уф. Что происходит? Вот искусство. Вот искусство. Не понял нахуй. Кто ты? Какого? Объяснись нахуй, блядь. Что здесь делает твой брат-близнец, которого зовут так же? Арбуз, крышка. Блядь, я думаю, я бы и так с тобой это самое сделал. Деталь синта. Этот был синтом. Синт убил пацана и хотел заменить его собой. Что за бред? Об этом отец меня не предупреждал. Понимаете, да, в чем тут дело? А я не должен был по-хорошему вернуть его? Говорит, мне это не хочется сейчас обсуждать. То есть, грубо говоря, можно было даже успеть спасти этого. Голозапись Эдди Уинтера. Это еще пятая, их можно найти по... Responsibility for the behavior of my guys. I expect you to do the same for that war on Montrano.
Какая-то мясорубка, короче, была. Подо мной кто-то есть? Паду как снег на голову, блядь. Рейдер тварь, винтокрыл, рейдер выживальщик. Рыбачишь тут? А, больно. Ну-ка, давай-ка. А, возможно, это и есть наша цель, слышь? Мистер Охотник, давайте переговорим с вами по-быстрому. Блять, охотника-то сейчас разъебут. И вот он, ребята, сложнейший выбор, блять, который стоит сейчас принять. Прости, брат. Че, поговорим? Ты типа крутой? Ну вот стоит, например, рыцарь брат на силовой броне. Неужели мне его тоже придется разъебать? Может, ты сам как-то, я не знаю. Требуется подкрепление. Слушай, я даже не знаю, стоит ли сейчас мне портить репутацию с ними. А! Какого черта нахуй? Конечно, стоит, блядь, но... Так, давай-ка быстро определим некоторые вещи, которые важнее. А радиация! Уже выскочу, похуй. Давай поговорим. Ты не хочешь поговорить сначала в этой мясорубке? Я вообще не понимаю, что просто... Какое-то братство прилетело, блядь. Ты стоишь здесь. Ты еще черный, по-моему, блядь. Здорово. Я справлюсь с рейдерами без тебя, можно сказать. Я могу справиться с рейдерами без себя. If you take on that synth, I'll be right there with you. Хорошо, пошли. Уничтожил, он говорит. Тут братство стали всех переебашило. Да ну перестань. Не в того ты уебываешься. Слышь, ты же, тебе же будет плевать, если я немножко покушаю, да? Ты же ебать синт. Тебе должно быть вообще пополам. Так. Ладно, пусть парень остается здесь. Прикрывает вход. Блядь, я уже нейтрализовал там охрану периметра. А это, видимо, блядь, новые ребята пришли. Пау. И как ты это определил? Ой, тихо, тихо. Что-то догадывается, молодой человек. Интересно, если было прокачать полуавтоматические карабины. Ну, по 20%, по 20%, они бы нормально выдамаживали. Слушай, автомат ебет и сушит. Короткий боевой, стимпак. Боевая броня. Рейдерша одна, бедная, что-то услышала. Пойду вскрою ее консервную банку. С бобами. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Хе-хе-хе. А хули ты тупишь? Турель с пулеметом. Надо бы ее взорвать. Достаточно много впитала для турели. Кстати, патронов надо подкупить еще. Рейдер псих. Тут мы его не достанем. Слышишь, неплохая локация. Именно прикольно. Так. Все хорошо. Тихим ходом. Год за годом. Дробовичок. Над... Не знаю, как это произошло, но это спасло мне жизнь. Ты труп, слышишь меня? Не думаю. Я думаю, что проблема у тебя, на самом деле. Ой, ой, какая боль. Здесь? А кто ты такой? Рейдер-тварь? Тебе не повезло. Шанс был выжить 50%. Крышка, потрошки... Нихуя себе, это мы так плаваем?
Вместе с доской, которая приколочена? Неплохо, неплохо. Как будто под наркотой под какой-то. Как человек, который не раз был и на судах, и на кораблях. Это не так. Это выглядит слишком забавно, чтобы быть правдой. Потрошки. Кстати, синт-то охотник сказал, что он будет рядом со мной, а сам куда-то подсъебнул. Ну ладно, а, вот иди. В принципе, тебя не видно, неплохо. Да, тяжело быть, понимаете, на стороне братства. Я могу объяснять свою позицию долго, но я постараюсь уложиться в два слова. Мы зачем вышли в пустошь? За сыном. Мы кого нашли? Сына. Сын наш провел 60 лет в изучении и достиг руководящей роли какой-то большой организации, типа института, да? Он уж точно в курсе, что происходит в пустошах. И он уж точно знает, как выйти из этой ситуации, в которую пустошь попала. У нас слишком много всего. И я не вижу смысла доверять какому-то Максону, которому у меня реально отторжение, блядь. Я не люблю Максона. Выбросить. Или доверять своему сыну, который старше Максона в миллион раз. И который мой сын. А, есть. Автомат пиздатейший, просто. Такой кайф. Радыкс. Опа, сложный сейф. Спорим, там будут какие-нибудь часы. Серебряные или золотые. Sweet. Не спрашивайте, откуда я узнал. Это опыт. Это опыт. Это опыт. Так, восьмой шар под нос. Патрон, чудо-клей. Неплохо было бы, конечно, разгрузиться. Но уже сделаем дело, потом разгрузимся. А я могу же сюда стопешиться, да? Да, могу. Ну, тогда... Вы даже не заметите. Я же говорил, что вы не заметите. Опа. А, мы тут уже были. Йоу, а где охотник? Ладно, не важно. Охотник не пришел, значит, не нужен. Вот, осколочная граната. То, что надо, чтобы засунуть кому-то гранату в лицо. О, а вот и ты. Хороший, понял. У парня есть боеприпасы. Слушай, я могу тебя, блядь, обворовать тебя? Ну-ка. Ты иди, иди, я это. Оп. Форма синта. Хуякс. Что дает форма синта? Восприятие, по-моему. Спиздил, не знаю, значит, на, забери. Не стесняйся, слышишь? Это я у него из-под брони достал. Как фокусник, абракадабра. Раздел пацана, не снимая с него даже верхнюю одежду. А броник охотника у меня уже, кстати, был. Прикольная штука. Я вот до сих пор думаю, сейчас поставить модификацию или нет, которая позволяет одевать куски брони практически на всю верхнюю одежду. Опа, а что это? Турели можно отключить? Давайте отключим. Риачес. Билдер комплекс. Риачес комплекс. Управление турелями. Отключить. Сделаем себе жизнь проще. Управление замком. Деактивировать замок. Сделаем себе жизнь проще. Управление прожекторами. Деактивировать освещение. Сделаем себе жизнь проще. До свидания. А вот, собственно, что мы открыли, видимо. Бесшумный мощный дробовик. Гладкоствольная хрень. Нормально, все, закончили. Рейдер-убийца. А что если шлепнуть его? Он шлепнуть его. Он стимпак себе вмазал. Он вмазал себе мой стимпак. Кстати, слышь? Дядя, мимо. Он, наверное, догадался теперь. Нет. С того света не догадываются просто. Мне эта снайперская винтовка не очень вставляет, правда вам скажу. Я же выключил вас. Что за шуточки? По воде лучше не шлепать. Здрасте, крышка, патроны, боевая броня, всякая шняга. По трубе. Нет. Великий трейсер запрыгнет, слава богу. Так, антирадин, креамина. Потрошки.
Катушка мне не нужна. Я потерял одного парня. Охотник там плавает. Видимо, не может за трейсером поспеть. Только трейсер умеет так прыгать. Нам кажется, вон туда куда-то. Просто интересно было по кругу пройти. По всем этим плотикам. Зачистить все спокойно. Кто там? Рейдер псих. Да ёб твою мать. Вот как... Ну-ка, где я здесь проваливаюсь? Вот я стою тут. Вон там ходят какие-то ребята. Пау. Один есть. Уровень 35. Рейдер-убийца еще там. Они все попрятались. Чувствуют, когда снайпер работает. Сейчас мы аккуратно. В стелсе, который мы не качали никогда. Опа, рейдер высунулся посмотреть. Ошибка! Он еще жив. Меня срисовали. В руку. Мне повезло. Что-то мне сегодня не прет. До свидания. О, да, у нас будет драка. Слышь ты, где ты там? К тебе никак не попасть, кроме как плыть. Минус пол туловища. Я понял, давайте не тупить, а плыть сразу. Там у парня толстячок. Быстрее, блять. Очко в действии 0. Это, видимо, из-за того, что я, сука, сдерживал дыхание. Ныряй! Так, все в порядке. А воздух у меня в этом костюме бесконечный, что ли? Так, самое время сейчас одеться. Руки, ноги, ноги, руки. Темные очки, супер шляпа. Я готов. Дробовик в руки. Давай. Стоять, мы еще не закончили. Это, видимо, тот. Блять, вот что тут хуево сделано, я вам правду скажу. Это лестницы, я не вру. Сделано отвратительно на этой локации. Хуй походишь, как человек. Да, есть такое. О, у него толстяк! Есть, просто ебать, вот это было круто! Но! С полного размаха на полной скорости. Она просто не выжила. Ее вам голову оторвало, да? Вот голова лежит. Представляете, с какой силы был удар? Толстяк. Давай его сюда. Надо было объяснить ему, дебилу, что если он вдруг шмальнет, то... Умрут вообще все. Поднос и прочая хрень. Можно поспать, но я уже поел. Спать мы не будем. Тут над нами еще. Где тут лестница? Кастет и прочая хрень. Не заставляй меня выключать тебя. Слышишь? Он там что, спрятался где-то? Капитанская рубка, блядь. Ну-ка, пойдем поговорим. Он... Давай, я слушаю. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. Mm-hmm. He'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma-71-Epsilon. Once he's Понял. Shut down, I can transport him safely back to the Institute. Договорились. Господи, сколько слов-то? Then talk fast, sir. Just make sure you get it right. That's all, sir. Ready when you are. Хорошо, а ты сам не мог бы это крикнуть? Че ты меня мне, блин, сложности накидываешь, что наверх надо, содружество. Давайте сначала полутаем. Я просто боюсь, там B95, гамма, сброс до заводских настроек. Hell yeah. Fuck yeah! Нормальная штука. Подумаю по поводу ее. А потом что-то там еще что-то надо будет сказать. Я уже забыл. Сука, ну ладно, там... Мне надо увидеть, и я сразу вспомню. Ну там что-то B7, гамма, сброс заводских настроек, там... Туда-сюда. Тело рабопони. Ты не мог это сам крикнуть, реально? Чё ты мне мозги выебал уже? Нехороший человек. Ящик с инструментами. Вот кто их всегда закрывает? Я же... Кто захочет, тот откроет, понимаете? Блин, у этого, у плохого замка такой легкий, это зона.
поражение, что чуть-чуть начинаешь уже корректировать, а оно само по себе. Well done. By gear, I'm gonna guess you two are agents of the Institute. Just like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? B-592, initialized factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. Boss? Are you okay? Gabriel, can you hear me? Hell yeah. They did something! Я тут дожидаться не собираюсь. Блять, он мощный. Вот этот парень реально мощный. Роняй пушку, сука! Роняй пушку, блять! Крепкий сукин сын, да, даже ствол не уронил. Охуеть. Nice work, sir. I'll take the synth back. This is X688. Ready to relay with reclaim synth B592. Вы чё, охуели там? Надо от чего-то избавиться, друзья. Слишком много всего у меня. От чего мы избавимся? Чего мы сегодня избавимся? А я-то и не знаю. От лазерного пистолета избавимся. Из одежды тут не от чего избавляться. Все-таки надо еще... Что еще? Что еще? От креабина избавимся. И от одного лазерного карабина. Расточительство. Ну, что поделать. Так, синта мы вернули. Ух ты. Это же задаток для нашего мегатрейсера. Оп. На колесико. Готов. Ладно, погнали в институт. Но у нас еще левелап. Там походу разберемся. Сначала надо впарить все. А потом уже в институт поедем. Магазин игр shoes.pro, бандиты. Покупайте приятные игры по приятным ценам. Также обратите внимание на моих партнеров lootcase.ru. Сделай себе подарок. Все ссылки можно найти в описании под видео.